сегодня проходит вечеринка в этаже, друзья мои, Brilliant Night. Сегодня кто-то может победить и выиграть бриллиант. Три карата, черт возьми. Раздать номерки. У меня лично 36-й. Надеюсь на победу. Если я выиграю, чуваки, обещаю закатить тусню и купить новую камеру. Это в твоих, кстати, интересах. Ладно, я пойду в шаге этого робота. А, они с гор. Кавказцы торгуют бриллиантами, что ли? Да, да. Бриллианты дарят девушкам. Молодые люди. Откуда берут бриллианты? Ну, понятно, ты только получаешь бриллианты, да? Ты не знаешь, откуда берут, да? Если это лучшие друзья девушек, то они берутся совершенно отовсюду. Слушай, а на что женщина готова ради бриллианта? Скажем, в три карата. Три карата? Я думаю, что все от женщины зависит. Из гор Кавказа. Откуда? Из гор Кавказа. А, то есть с собой у тебя много, да? Бриллианты. От мужиков. Откуда? От мужиков. А мужики откуда берут бриллианты? Ну, во-первых, роют шахты. А, мужики в шахтах работают. Где-то их под землей достают, но где? Это вопрос. Бриллианты? Да. Ну я их сам делаю. Сам делаешь бриллианты, да ну? Ну как бы, знаешь, вот стекло в машине разобьешь, так все это рассыпалось, да, и все это красиво выглядит на самом деле. То есть как бы ты обманываешь людей. Справит меня диджей Антонио. Как отыграл? Да нормально все, вроде хорошо прошло. Доволен? Доволен? Да в общем, да. А, ясно. Было и лучше, можешь так сказать? Не знаю, наверное, лучший свет еще будет сыгран когда-то. А, ты, Антоний, никогда, ну, твое лучшее еще впереди, вот так скажем, да? Да-да-да, будем к этому стремиться. Вот насколько они радостны. Девчонки, а вы должны знать, откуда берутся бриллианты вообще, откуда они? Всегда по-разному, в большинстве случаев от молодых людей. Бриллианты берутся... Тогда, когда ты видишь красивую девушку, они как-то возникают и передаются этой девушке. О, от твоего имени каким-то образом. По почте, по DHL она получает бриллианты. Вроде как бы ты не заплатил, она получила, и все довольны. Ну, в общем, да, наверное, еще из толстых кошельков берутся бриллианты. Из гор. Из гор берутся? Из каких гор, ты имеешь в виду? Ну, там где-то на Урале. На Урале берутся бриллианты. Чебурашки такие огромные, непонятные уши. Уродские практически. Потому что у Гены длинный нос. Наверное, когда он чебурахнулся. Просто потому, что он чебурашка, да? Ну, да. Потому что... Какой-то мужик придумал.
заросли уши и заработал на этом деньги. Что за хрень? Ты хочешь сказать, что Чебурашка выдуманный персонаж, что ли? Ну, я предполагаю это. Я не знаю, наверное, очень много подслушивает. Наверное, ее поздравляли с днем рождения очень долго. И ей было лет 100, наверное. И очень агрессивные люди это делали, да, наверное. Да, да, и в разные стороны причем. Ну вот, наверное, такая моя версия. Чтобы лучше слышать. А, ну это однозначный ответ. Потому что они такие выросли. Не знаю, может, ходят на такие вечеринки, типа. Вот от которых уши становятся больше. Да и Санько, Санек! Подарок в геометрии. Слушай, как дела в геометрии и вообще как платят? Нормально, ты доволен? Я доволен. Отлично, отлично. Ты один здесь сегодня? Да. Ну как тебе? Очень круто, позитивные люди просто. Такие красивые девушки вокруг. Значит, пришли чьи-то родители, ну как бы это все равно, я думаю. Почему у Чебурашки огромные уши? Он старый, его каждый день рождения за уши дергают просто. Оттянули. Были в этаже на Brilliant Night, друзья мои, пойду отсыпаться.